Кривая лыжа. Около 50 саратовцев приняли участие в ежегодном лыжном забеге, посвященном Дню бобра. По условиям соревнований гонщик должен на время пройти все этапы дистанции, сделать фото себя на каждом контрольном пункте и не заблудиться. Вместе с участниками забега попыталась пройти дистанцию наш позитивный корреспондент Надежда Моско. Мы находимся на Кумысной поляне, и сегодня здесь проходит День бобра. Нас сегодня ждет кривая лыжня, и мы пообщаемся с людьми и узнаем, как они кривили свою лыжню сегодня. Я не пойму, это мы потерялись или они потерялись? Мое настроение то падает, то поднимается. Ой, след чей-то. Люди! Что-то весельем тут вообще не пахнет. А вы не с праздника? Нет. Ну, да, видно. Можно отойти куда-нибудь? Ой. Я другого способа не знаю, помоги. Ну, раз мы все потерялись, может, отметим День бобра по-человечески? Ура! А можно мы у вас на хвосте будем сидеть? Ну, я боюсь, это тяжело. Мы на кривую лыжню идем. Кривая лыжа на Кривобберезе. Там нам уже близко. Всего 7 километров, и мы будем на месте. Надо смотреть, где прошел снежный человек. К нам пришли РЕН-ТВ, давайте их поприветствуем! Я никогда не была рада видеть столько людей. Не, ну я вообще люблю людей, вы на меня так не смотрите. Начинаем. Фу, ну, бобры, с праздником. Я поздравляю вас. Бобры, мы вас все поздравляем с этим прекрасным праздником. День бобра – это наш русский праздник. Вот мы его отмечаем сегодня. Ой, а что у вас там варится? Вы не бобра случайно варите? Кроме бобров здесь кто-нибудь есть в лесу? Исключительно лихорадочные мыши. О! Так выглядят бобры. Подождите, а бобры разве это человеки? Двуногие и двулапые. Лыж-то забыли! Ну как зачем? Лыж-то забыли! Там карты бобриные срывают. А где ваша карта? А мы муж и жена, у нас одна страна. А, муж и жена, одна страна, правильно. Идите. Ой, а мы с вами на дороге встречались. Ой. Порадовались вместе и погрызли дерево. Как это делают бобры. Нет, как это делают настоящие бобры. Давайте улыбнемся, как бобры. Зубы не чистить, не надо. Ой! Ну что же, вот так! Ни одного бобра я сегодня так и не нашла. Зато от души покаталась на кривой лыжне. А с вами была Надежда Моско, специально для РЕН-ТВ Саратов. Ура!